Не надо сильнее, быстрее, выше. Здесь нужен драйв. Ну, энергия. Вот отсюда. От чего? А настроение каково? Молодцы! Правильно, ребята! А скажите, почему мы сегодня так веселимся, так радуемся с самого утра? А если все вместе? Молодцы! Правильно, потому что у нас сегодня день рождения!
оздоровительный лагерь «Волна». Здравствуйте, уважаемые гости. Здравствуйте, дорогие друзья. Добрый день всем влюбленным в лагерь «Волна». Любви, здоровья и добра желает всем вам ОЛ «Волна». К проведению торжественной линейки готов? Готов! Офицер! Мы погоны наденем мальчишам, свою жизнь на себя повернем, и сердце с красивыми книжками прямо следующий шаг не сомнем. Расцветай, я погибну! «Волна» проведению торжественной линейки, посвященной 55-летию оздоровительного лагеря «Волна», построен и готов. Разрешите торжественную линейку начать. Разрешаю. Лагерь «Смирно». Ребята, спасибо, наши уважаемые гости. Сейчас, конечно же, можно немножечко расслабиться и присесть. «Волна» — это мир, в котором радостно всем. А это начальник, молодой и веселый, правда? Да! Который ведет нас по верной дороге, храня от различных невзгод и проблем. «Волна» — это дом, в котором радостно всем. Слово предоставляется начальнику оздоровительного лагеря «Волна» Чеберюку Андрею Ивановичу. Сегодня 55-летие отмечает любимый всеми нами лагерь «Волна». Это знаменательная дата. Многое уже позади, но мы верим, что самое лучшее еще впереди. Пусть сегодняшний праздник принесет «Волне» процветание, благополучие и уют. Ребятам, отдыхающим в «Волне», пусть подарит здоровье, море эмоций, классное настроение и отличных друзей. Всем сотрудникам оздоровительного лагеря «Волна», бывшим и настоящим, хочу пожелать добра, любви, оптимизма, творчества, везения и вдохновения на долгие годы. Хочешь, я тебя с собой возьму, а хочешь, поделюсь с тобой.
И мы все сегодня действительно очень расстроены и рады, что «Горизонт», социальный комплекс, коллектив всего лагеря «Волна» поддерживает традиции, и «Волна» есть и будет. Здесь перед вами стоят Мария Ивановна, начальник лагеря. Когда я была пионеркой, она была старшей пионервожатой. А когда она была начальником лагеря, я уже приехала старшей пионервожатой. Здесь стоят вожатые, кружковцы, педагоги. Ребята, любите лагерь так, как любим его мы. Приезжайте в лагерь сюда, берегите его и продлевайте традиции. Мария Ивановна, вам слово. Спасибо. Дорогие ребята, сегодня на празднике нас немножко, но мы всегда помним и желаем вам того же, что наш коллектив многочисленный, хотя нас немножко, но нас много. И я хочу вам сказать, Ирина Евгеньевна Катуш работала вместе со мной 7 лет старшей пионерской вожатой. Это вот эта девочка. Вот эта девочка работала заведующей библиотеки нашего лагеря. Вот это педагогом работала девочка. Вот эта девочка главный тренер на нашем бассейне. Помните такую? Вот эта девочка руководитель кружка. Вот эта девочка руководитель кружка. Я кого не назвала? Вот эта девочка тоже работала старшей вожатой. Для меня, как вы сейчас дети, пионеры нашего лагеря, я не могу сказать этого лагеря, потому что мы здесь выросли, взрослели, старели, чуть-чуть в кавычках. А сейчас я вам скажу, значит, напутственные слова вам здесь многие давали, желали вам успехов перед началом учебного года, а когда мы зашли через главную центральную арку, мы шли с дрожью в голосе, и мы говорили, сколько лет мы отдали этому любимому нашему лагерю «Волна». Сегодня мы видим красиво покрашенные здания, красивые крыши, а детей видим впервые. Но вы здесь уже, наверное, не первый год, да или нет? Поднимите руки, кто не первый год. Половина лагеря. Кто первый год, поднимите руки. Половина лагеря. Так вот, я хочу сказать вам, закончить свою речь такими словами. Я могла бы говорить долго-долго до утра, но я предоставлю другим слово. Желаю вам расти, цвести, копить, крепить здоровье. Оно для дальнего пути главнейшее условие. Пусть каждый день, пусть каждый час вам новое добудет. Пусть добрым будет ум у вас, а сердце... добрым будет. А сейчас мы прочтем маленькие слова, посвященные нашей волне. Любимой волне от самых верных и преданных ее ветеранов. Как тебя сейчас нам не хватает, твоего уюта и тепла. Вспомнить, только сердце замирает, и от этого уйти нам никуда. Ты волна у нас во снах, а наяву часть и жизни нашей, и души. Юбилей твой лишь хороший знак, а стареть, родная, не спеши. Где звучит веселый детский смех, где друзей находят во всю жизнь? Старость не наступит никогда. Ну, волна родная, улыбнись! Я тебе вспоминаю, как песню пионерии первый отряд. Вижу снова рабочую песню и знакомых зарядят. Красный галстук скромного синица. Первый спор, первый ключ, будь готов. Я вижу зорницы у золотых пионерских костров. Скорей песню, как бывало, отрядный забивала, а я ему тихонько подхвачу. И молоды мы снова, и к подвигу готовы, и нам любое дело по плечу. И молоды мы снова, и к подвигу готовы, и нам любое дело по плечу.